Всем привет! Сегодня с вами опять я, Пломбир 13, и у нас новая распаковка. Пришла она первым классом с Югры. Вот скотч-лень было наклеить, поэтому просто написали первый класс. Кстати, бывает такое, что вот так напишут, а идет она как обычная посылочка. Большая коробочка. Вот так она распаковывается у нас. Газетки. Достаточно много всего. Давайте смотреть. Коробочка с вкладышами. Чай принцесса Карди. Или Кейди. Такого косяка, ребят, вы еще не видели. Вот так фишки хранили. Это такое варварство. Фишки, кстати, в основном хорошего качества видно. Но такого я еще не видел. Вот мне надо интересно, посмотрю по фото. У меня такое ощущение, что это не было сделано, а только после отправки пробили. Может, ошибаюсь. Айскрим. Наверное, набитый сил не хватит. В общем, вот такое. Вот это... Не знаю, как назвать. Кстати, по-моему, одни покемоны. Но несколько других. Даже из-под жвачки. В общем, кто встречал такое чудо, дайте знать. Драколом, наверное, долбили. Потом будем смотреть, что там. Давайте посмотрим, что с вкладышами. Оберточки, турбочка. Самые распространенные обертки. 93-й год, я так прикидываю. Вот, типи-тип. Пореже это от больших типи-типов. Если кто не знает. Джерри. В общем, все достаточно обыденное. Плавыс, кстати, достаточно редкая вещь. Обычно они криво резанные. Там синий цвет и номер от другой обертки. Желтого будет там. Все обыденно. Дриминг, Ван Дам, Синти, Лазер. Вот еще один типи-тип. Кстати, самое хорошее качество. Обычно они попадаются почему-то грязные какие-нибудь. Кстати, вот Дани города, авто, там спорт, всякое такое. Финал 92, тоже интересная оберточка. Все обыденное, обыденное. Да, вы с пятой серии. В общем, ничего пока интересного не попалось. Кроме двух оберток типи-типа и финал 92. Коробочки принцессы Кади. Лазер. Кстати, лазер. Большой шрифт. Чем они отличаются? Вот рамка идет в одной линии с, на...
с наименованием так модели. То есть, если обычный лазер, у них наименование чуть-чуть вот сюда сдвинуто будет. То есть более редкая вещь, чем обычный лазер. Мото, второй выпуск тоже бонус приятный. Джонкер пиратские, там их сколько, 6-7 номеров на 20 выпущены. У них более малиновый цвет, а у настоящих такой оранжевый. Суперстар, кстати, неплохое качество. Минти. Немножко турб. Ну, качество. Так. На 3. Ну и еще что у нас тут? Бомбики, бомбики, бомбики. Кстати, вот редкая разновидность 16 серии и Узбекистана, конечно, Байкан тоже порядка 150-200 рублей стоит. Вот видите, вот это обычный лазер уже. Вот надпись сдвинута не вровень с этой линией. Кипяти большой, криво обрезанный. Вот, кстати, тоже куб хорошее качество. Первый и третий номер тоже по 150 рублей цена примерно. Ну, 120-150 за хорошее качество колеблется. Кин-кин футбол, финал. 90 кин-кин. Так, кин-кин. Ну, футбол. Так, еще у меня тут письмецо лежало одно. Сейчас его тоже скроем. Там несколько оберточек посмотрим. Вот человек давно ждет отзыв. Все никак руки не доходили его распаковать. Не знаю, уже, наверное, неделю точно лежит. Вот, любимой маме в Новый год. И стихотворение. И еще одно. Самое любимое, самое прекрасное. Ну, тут спорить невозможно с этими словами. Так, вот эти оберточки купил за 500 рублей. То есть, ни много ни мало. Вот такие горилла. Американо комикс с Германии. Это, по-моему, Алжир у нас. Бубалигум. Африка. Тоже Алгерия, Алжир. Фрути, это роял, по-моему, Пакистан. Испания, скорее всего, видал. И вот это меня оберточка больше всего заинтересовала, из-за которой я решил все это купить. Хобо. Даже не знаю, какой вкладыш под ней был. Надо посмотреть, помониторить. Наверняка встречался, просто не помню. Кения. В общем, редкая вещица, стоила из-за нее купить. Не знаю, кстати, очень долго она висела, никому не нужна была. Думаю, видимо, меня ждет. Ну вот, в общем, такая небольшая распаковка. Подведем итоги. По вкладышам есть немножко интересного. Вот Мото второй. Несколько обертков типа от второго, ой, от большого выпуска. Лазер большой текст. Ну, так, и качество в целом ничего, там пару томиков, пару кинкинов, но самое главное это вот это вообще это прям мем, космос, бус носить будем, кайфую от этого. Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Все, всем пока, будем играться.